Hi guys, сегодня снимаем китайскую улицу в Непале, Катманду, точнее. Здесь я насчитал около 30 заведений китайских, очень много китайских людей, ну то есть китайцев. Вот такое вот заведение. А, ну сейчас можем даже посмотреть. Не знаю, кто понимает по-китайски, поймет, что тут такое есть. Для меня все это загадка. Это какая-то утка, короче говоря. А здесь что такое? Нет, здесь тоже по-китайски написано. Все по-китайски. Так что вряд ли что-то смогу снять. Вот еще одна китайская дамплинг. Пельмени. Ну, сколько они тут стоят? Посмотрим. Блин, ну тут вообще все по-китайски. 850, а, биф. Биф нудлс, 550 местных. Биф файн. Вермишель, 350. Мушрум, ан, чикен файн, вермишель, 350. А, ну, в принципе, здесь недорого. Just look, just look. Thank you. Чисто? Чисто. Все по-китайски. Вот непальские тоже какие-то есть. Это же непальские сувениры. Так, еще одно китайское заведение. А, меню, а, лук меню. Да. Ну тут все в китайском стиле. Ну, это чайник. Чайник kitchen, а? This China kitchen, yes? Сейчас посмотрим, что тут есть. Так. Ground beef. Короче говоря, тут глаза разбегаются. Thank you, guys. Короче говоря, там непонятно. Там несколько цен, несколько вариантов одного и того блюда, и поэтому сказать так в лед не получится. Ну, это такая магазин тканей. Ткани, кашмиры. Сегодня узнал, что такси, чтобы посмотреть Эверест, только верхушку горы, и то, если хорошая погода, стоит Наргакот, это место называется, 6 тысяч местных. То есть надо ехать с кем-то. Это дороговато. С учетом того, что это 12 километров. Но туда ни автобус, ничего не ходит. Так что изучаю все варианты, как увидеть Эверест и показать вам. Я без Эвереста домой не уеду. Вот еще одно заведение китайское. Xian Buff Noodles. Сичуанский городской ресторан называется так. Но какое-то большое заведение. Ну, мы так сейчас понаглеем, немножко зайдем. Тут много. Здесь всякие рубракши всех мастей. Здесь подземная парковка. Ну тут, естественно, какие-то темные личности.
Так, Xi'an Buff Noodles. Ага, ну как-нибудь мы сюда скроем. Я просто не очень люблю этот нудлс. Не с буфом, не без буфа. Ну-ка, чистенько тут. Ну, тут ничего так. Не, ну это такой домашний прям ресторан. Такой семейный. А там еще сверху. Сверху китайский ресторан. Манфика. Я не знаю, что за магические шары тут. Короче, магические кристаллы. Вообще, вся эта улица перемешку тибетская и китайская. Но это самая большая, локация со скоплением китайцев. Здесь больше всего китайцев. Я когда эту улицу очень долго искал, потерял, долго искал, вот, как бы сказать, нашел. Ну, а там какое, смотрите, какое местечко-то. Прям аутентичная, Азия. Вау. О май гад. Да, надписи на китайском. Надо же. Так, надо сюда зайти как-нибудь. Анаконда Маунт Анаконда Гестхаус. Ну, в таком месте. А, room available? Да. How much? One person, да. It's 1500. 1500, да? Hostel? No hostel, да? Окей, okay, 1500, окей. Hostel, ну вот хорошее место. Думаю, здесь более-менее чисто. Ну, 1500, это 1000 индийских. Это все на китайской улице. Что-то я сегодня разговариваю с большим количеством ошибок. Соображаю, что-то как-то плохо, что ли. А вот там где-то сверху Ланчжоу Нудлс. Нет, все, нудлс. Нудлс, я, честно говоря, нудлс не особо. Я бы хотел попробовать свиные ушки, что-нибудь там, какая-нибудь жареная курица с орехами, остренькая такая, по-китайски остренькая. Что-нибудь такое. Может, какое-нибудь оригинальное блюдо? Не, ну лапшу это как бы... Я здесь уже наелся. Здесь есть блюдо, называется тукпа. Лапша с курицей, с травами. Вот еще одно китайское заведение, Ланчжоу Ламен. Ну вот это оно такое не дешевое. Так, размен валют. Ну вот фрукты. Фрукты относительно дорогие. А, just look. А, манго? Yeah. How much? 450, 1 kilogram. Okay. Okay. А, здесь вот чайная эта. Next time. Ну там можно попробовать что-то. Может, какие-нибудь улуны, может, непальские. Как-нибудь обязательно зайду. Fire Pizza здесь стоит на Буф Момо 250.
А там ближе к моему месту проживания стоит 175. Я думал, что это сеть, оказывается, не совсем сеть. Или просто здесь дорогой район. Чайная, да, то есть. О, еще один. Еще один китайский ресторан. А, ну тут совсем чистенько, стильненько, по-китайски все. Тут, я думаю, будет недешево. Мутон кебаб. Нуглс опять же. Посмотрим, здесь есть меню где-нибудь посмотреть так вкратце. А, меню. А, вон какие-то пирожки продают. А, меню. Меню, да. О, есть. Да, я сейчас посмотрю. Я сейчас. Так. Так, что у нас тут? Нудлс 500. Кумин ламп ковер 500. А, ну, в принципе, не особенно дорого. Суп из баранины 500. Пельмени 500. Шашлычки 1800. Ну, так нормально. Бифсалат 800, 1500, 500. А, фэнкуша. Ну, вот такие цены. Даже чуть-чуть дешевле, чем я думал. Вот он, кебаб. Кашмир на китайском надписи. Вон еще один китайский ресторан. Ну, мы уже туда не пойдем. Они примерно одинаковые. Один буф нудлс продают, но вот у нее почему-то никого нету, сидит одна, но она хуже готовит. Ча-ча-ча. Далеке ча-ча-ча кафе на китайском сверху написано. Начинаем. Еще. Ну, они похожи, эти все заведения. Мутон суп. Соответственно, корейское заведение. Так, сейчас мы глянем. Ну, вот сколько здесь чая продают. Горный чай. Непальский. Посмотрим, чай. Вот такие сабли тут.
сверху еще что-то китайское. Вон корейский ресторан. Сверху окна открыты. Вот не знаю, что такое бибимбап. Это везде в корейских ресторанах. Что это, мне непонятно. Вот в этот ресторан, вот этот Лулан, я ходил и сидел на балконе. Я потом в обзоре по кафе сделаю внутренний вид, вам покажу. Ну, вот эта улица китайская заканчивается. Так что... До новых встреч. Ждем следующих видео.